Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, the place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right, let's focus on the goal. Come on! Здарова, бандиты, здарова, бандитки. Мы продолжаем Зеленый Ад. И сегодня, друзья, мы продолжим играть уже в видеороликах. Да, проблема у нас ПК, да, проблема у нас ФПС и все лагает на стримчике. То есть мы сегодня пройдем уже игру в роликах. Мы будем проходить полностью игру 100 дней выживания при максимальной сложности. Знаете, сколько будет сохранений? Наверное, буквально будет 2 сохранения, и я сделаю. То есть от и до буквально 2 сохранения. Чтобы, мой друг, ты видел все по-настоящему. Все по хардкору, все реально по-серьезному. Но мы начинаем. Бери вкусняшки, и мы начинаем дальше выживать. Мы начнем, наверное, с питания. Да, мне, наверное, хочется покушать. Уже давно пора пойти поспать. А хочется попить. Пока ручонки чистые, можно выпить водичку. Максимально выпить. А нужно что-то еще поднять буквально чуть-чуть. Хочу бананы, кстати. Да, хочу бананчики. Бананы у нас есть. Бананчики мы скушаем. Бро, напиши. Напиши в чатике прямо сейчас. Напиши в комментарии прямо сейчас. Зайдет тебе видеоролик. А либо стоит все-таки продолжать на стримчике. Но, знаешь, бывают какие-то лаги, какие-то обрывают. Проблемки, то есть приходится все-таки... выходиться из такой ситуации с помощью видеоролика. Так, у нас здесь косточки. Что мне хочется кушать? Я хочу спать уже, кстати. Да, я хочу спать. Пойдем-ка поспим, потом проснемся. Будем дальше строить домик. Будем дальше выживать и не знать горя. Потому что у нас есть уже огромный дом. И я хочу пойти еще построить где-то в джунглях маленький домик и посмотреть, насколько сложно там будет выживать. Потому что мне реально интересно проверить при максимальной сложности, что я могу делать. У нас получается 60-й день наступил, осталось 40 дней. И я пошел завтракать. Да-да-да-да, я хочу завтракать. Я хочу мясо, я хочу много мяса. Кидаем уголек сюда, пару уголечков. Я хочу мясо. Сейчас накидаем косточки. Пару костей. Фляжка у меня пустая. Мясо у меня вроде было. Только где и оно находится? Только нужно сперва найти. Было, не было, я не помню. Тут все испортилось. Бананы испортились. Тут мясо. Где мясо мое? Мяса нет, походу. Нормально. Мяса нет. Секундочку. У меня есть, по идее, коптильня. Да-да-да, та самая коптильня, которая уже мясо приготовлено. Копченое мяско тут есть. Уголечек нужно кинуть. Пускай все дело сохраняется. То есть костерчик пускай горит. Все ништяково, мясо мы забираем с собой. Обалдеть, мяса реально стало много. Так, это мясо еще готовится. Это дело можно забрать, это еще готовится. И мне нужно пойти на охоту. Да, пойдем-ка на охоту. Так, 3 дня, обалдеть. 4 дня, 7 часов. 7 часов, 4 дня, обалдеть. 2 дня, 2 дня, кстати. Это мы скушаем. Это мы сразу скушаем, и это мы отправим, наверное, самый свежий сок вот сюда. Мяса реально много. Но самое вкусное мясо, самое полезное мясо, все-таки жареное. Она хранится двое суток. Вяленое хранится чуть дольше. Ну и сушеное еще дольше хранится.
Я покушал, я хочу пить, я хочу пару бананов и, в принципе, все. Я готов строить либо дом, либо идти искать приключения. Ты понимаешь, это джунгли Амазонии. Я хочу пойти найти приключения в своей заднице. Да-да-да. Бананчики, кстати, завезли бананчики? Это я съем, и все офигенно у меня. Ну, пару жиров, у меня, в принципе, есть шишечки. Шишки, шишки. Так, что? Гром гремит, будет дождь. Это замечательно. А что у нас по печке? Печку нужно заправлять, кстати. Сколько здесь золы. Побежали сейчас за дровами. Это выкинуть. Побежали за дровами. Что у нас с оружием, кстати? Оружие есть? Сколько процентов? 97. Факел. Стрелы есть у меня? Я же пошел сейчас искать приключения. Стрелы у меня нет, но стрелы у меня были дома. Давай-ка сбегаем домой. Возьмем там стрелы. Мясо готовится. Да, еще половинку. Готовится. Костерок у нас горит, я пошел за дровами. Так что бегом-бегом за дровами. Мне нужно больше дров принести сегодня. Возможно, найдем туземцев. Так, стрелы. Стрелы находятся вот тут у нас. Как их взять, интересно, чтобы вместилось гораздо побольше. Так, можно взять 5 стрел. Если, конечно, они у меня есть, эти 5 стрел. Да, есть 4 стрела. В принципе, нормально. Ну что, погнали. Погнали в джунгли, погнали за дровами. Да-да, мой друг, погнали за дровами. Пиши комментарии. Буду писать сразу по 5 серий. То есть я не буду сохраняться. Я остановлюсь, нажму escape, и я закончу серию. Но мы двигаемся интересно. Поскольку делать не серии? Тоже напиши в комментарии прямо сейчас. Так, ну что? Кстати, на стримчике джунгли смотрятся намного некрасивее. А вот на ролике гораздо красивее. Потому что прорисовка идет гораздо больше. Понимаешь, оперативной памяти больше свободного. И поэтому прорисовка гораздо красивее идет. Ну, туземцы вы где? Так, что у меня по веревкам? По веревкам. О, веревок нету. Все забираем. Веревки, палочки, все забираем. Сейчас все будем рубить, все забирать. А домой таскать бревна, длинные палки, все будем таскать. Туземцы, ждите меня, я за вами приду. А что у меня по бронику, кстати? Броник везде у меня есть? А броник одели. Процентов у нас 50. А сколько процентов? 60. Да все нормально. Я смотрел в прошлый раз. Я помню. 60-50. Все нормально. Можно выживать и убивать. Туземцы, вы где? Вы где, говнючки мои хорошие? Так, мне нужны бревна. А, бревна. О, погоди, бананчики. Бананчики не завезли. А это я заберу, кстати. Молодую пальму я заберу. Руби, руби, руби. Пока у нас много энергии, пока светит солнце, как бы... А, можно поработать. Так, не то взял. Где пальма? Молодая пальма. Я ее, по идее, срубил. Я не вижу. О, палочки валяются. Палки мне нужны. Это что за палки? Кто, интересно, нарубил палки? Так, есть две длинные палки. Я где вот заберу? Наверное, подниму в гору. Если штук не потерять, потом отнести домой. Все дело пригодится в постройке. Обязательно. Здесь палочки валяются. Здесь палки валяются. Палок реально много. Главное их найти просто. А там... Нет, просто растения. Так, пойдем в джунгли. Пойдем дальше в джунгли. Я здесь все, по идее, вырубил на стримчике. Вырубал буквально все. Мне нужно двигаться наверх, либо двигаться вот сюда. О, вот бревна. А, растения. Это растение я заберу с собой. Туземцы, вы где? Я вас найду сегодня все равно. Ждите меня, и я вас найду. Так, забирай все палочки. Все, начинаем рубить. Потом кусты я срублю, чтобы была какая-то была полянка, чтобы видно все было хорошо. Потому что реально мне как-то очковывает ходить. Я маленько все-таки ссыком, понимаешь? Я выживаю один, без подмоги, без подкрепления какого-то. Я выживаю один, мне реально страшно. Но я прожил 60 дней, я убил многих. Я убил более 50 аборигенов, это точно. Все было на стримчике, да, было жестко. За один стрим убивал, помню, 12 или 13. Ребятишки писали, я все читаю. Друзья, пишите, какую игру еще поиграть на стримчике. Можно поиграть в другую выживалку. Так, там длинная палка или короткая палка? А это короткая палка. Ладно, заберем. Можно, по идее, накидать. Это уже 7 палочек у меня есть. Можно накидать здесь, наверное, а потом прийти уже и забрать. Давай-ка выкинем все это дело, прямо здесь. Короткие я оставлю, а вот эти средние я выкину. Так, пойдем таскать бревна, пойдем таскать длинные палки. Они мне пригодятся в строительстве. Будем еще строить, будем еще из глины строить. Так, где я, по идее, рубил? Вот я рубил. Мне нужно два бревна на печку. Много, конечно, много.
Конечно, будут у нас серии, когда мы будем путешествовать по Амазоне. Да-да-да, будут такие серии, будут опасные серии, жестко опасные серии, где будем чисто просто путешествовать по Амазоне, искать приключения. О, сколько здесь толстых бревен. А дальше к озеру я не хочу пойти, там у нас... Кто ко мне приближается? Это кто такой? Смотри. Это енотик, что ли? Это броненосец. Идет ко мне. Ладно, пускай идет. Можно сделать, по идее, из броненосца броник. Да-да, можно сделать броник. Так, бревна сюда, длинные палки здесь. Палочки я нахватал. Три штучки. Или сколько? Да, три. А, мне нужно еще мясо, по идее. Нужно больше мяса. Я ж мужчина, мне нужно кушать. Так, уберись, два сюда. Да, дай мне фрутик. Вот. Так, вот это дело я заберу с собой. Забирай. Очень вкусное растение. Где хомячок? А вон хомячки бегают. Так, пускай хомячки бегают. Я забираю, по идее, бревна. Забираю палочки. Так, иду больше не возить. Длинные палки есть еще. Длинные палки нужно найти. Это упали наверху, кажется. Так, здесь у нас есть еще? Сколько тут деревьев. А вот и, кстати, бревна толстые. Толстые лучше всего забрать. Потом заберу длинные палки. Так, все, последнее бревно, что ли? Так, ну-ка, погоди-ка. Пока энергии есть, пока жизни есть, можно, конечно, поутаться. Можно пособирать. Так, толстый, это длинный получилось. Так, сверху больше нету. Сверху ничего не упало. Какие-то перья валяются. Чьи-то перья потеряли. Так, побежали вниз. Побежали, побежали мы отсюда. Самый опасный абориген это копейщики. Они молча подходят. Ничего не говорят, ничего не кричат. Никакого хора не кричат. Сразу начинают тыкать тебя. Что очень неприятно, конечно же. Мне очень неприятно, когда тебя начинают сразу тыкать. Кто хрюкает здесь? Так, есть еще одно бревно. Можно еще, по идее, срубить. Таскает сразу по три бревна. Так, это длинные палки. Ой, 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 погоди, погоди. Там, похоже, рысь. Так, зверь, пирожка. Так, у меня есть стрелы. Где леопард? Где-то рычал леопард, я точно слышал. Или пума. Гром гремит. Чё, погоди, я испугался. Где, 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 киса, 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 киса. На тебе, киса. Еще разок, давай. На тебе, киса. Назад, назад. Натягивай тетиву. О, меня бьют, меня бьют. Где копьем? Бей в кису. Бей в кису, убегает киса. За ней, вдогонку за кисой. Обалдеть. Киса, киса, вдыхалку, дыхалку. Обалдеть, я испугался. Я реально испугался, бежать мне некуда. Там, по идее, наверное, тупик. Но киса, походу, сдохнет сейчас. Кисом, кис, 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 я тебе найду. Кис, 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 кис. По идее, можно кинуть одно копье в киску, и все, она сдохнет. Куда она убежала? Наверх, что ли? Вниз прыгнула, что ли? Куда делась она? В кустах сидит? Я тебя, киса, найду. Кис, 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 кис. Сейчас найдем тебя. Сейчас найдем тебя, зараза. Куда ты убежал-то? Где это сдохло? Она, по идее, сдохнет. Она истекает кровью. Получила две стрелы. Один удар копья, она сдохнет. Только вопрос времени. Так, у меня жизнь пока есть. А броник не пострадал, кстати. Нормально. Кейс, 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 кейс. Поднимать. Ой, киска, ты здесь. Лук, стрелы. Давай еще одну. Пиндюрим. Давай впиндюрим. На тебя, киса. Киса, стой на месте. Где киска? Испугалась, что ли? Куда она? Сбежала вниз, что ли? Выживаешь 60 дней. Вон киса убегает. Киса убегает. За кисой быстрей. За кисой бегом, бегом. Там мои две стрелы. Слушай, она по идее истекает кровь. Она должна была сдохнуть. Почему она не сдохла? Я не понимаю. Нормально. Такого еще не было. 60 дней выживания. Мы бегаем за кисой. По джунглям Амазонии. Ладно, черт с этой кисой. Черт с стрелами. Я сделаю еще стрелы. У меня много перьев. Ух. Ну, конечно, это были стрелы. Она будет кидать, наверное, копьем. Тогда будет сдохла она точно, наверняка бы. А так она будет бегать, рычать на всех подряд. Так, длинных палок у нас много. Я мало принес бревен. У нас три бревна, там есть четвертое бревно. А пока есть еще время. Сколько времени, кстати? Хочет пить, кстати. Хочет пить. А что у меня по воде? Фляжку я не набрал. Это фигово. Это реально... О, погоди, у нас есть фрукт.
Очень вкусный фруктик. О, водный баланс тоже поднимает. Так, пойдем рубить еще пока бревна. А, появилась пиявочка. Ее нужно убрать. А, время сколько? Час. Я буквально 2 часика есть еще. Сейчас нужно пиявку убрать. Где же эти пиявки присосались-то? Так, пиявок больше нету. Надо будет потом, конечно, проверить броник. Киска хорошенько меня обшмаляла. Так, мне нужны толстые бревна. Где мой топорик? Еще 2 толстых бревна, и я оттуда ухожу, по идее. Мне уже достаточно будет. Так, 1 толстое. Все, что ли? 1 толстое бревно. Ладно, давай коротких не берем. Так, все, 10 есть у нас. А еще коротких можно брать? Нет, все, максимально. Обалдеть. Накидались. Сполна. Идем домой. Идем таскать, что нужно таскать, по идее. Аборигенов я сегодня пока не вижу. Киска прибежала. Попроведовала нас, проверила. Мне на прочность. 60 день выживания. Так, забирай, по 3 бревна таскает. Только аккуратно нужно с нашей ловушкой. Потаскаем на островок, потом принесем домой. Сделаем печку, чтобы была у меня всегда зала. И будем делать домик. У меня планы, 70-й день я должен построить дом. То есть у меня осталось буквально 10 дней. Ты понимаешь? Ровно осталось 10 дней. Кто здесь? Ровно 10 дней нужно достроить дом. Так, у меня много длинных палок. А есть еще короткие палки, нужно, по идее, тоже их забрать. Хорошо, забираем. Сперва мы забираем длинные палки. Ходки 2-3 мы сделаем и, в принципе, все перетащим. Так, все максимально. Побежали. Побежали скорее. Крокодила мы сегодня тоже найдем. Обязательно найдем. Где он ковыряется? Будем плавать под водой. Конечно, рисково. Но можно рисковать, друзья. Понимаете? Можно рисковать. Ну, знаете, если погибну, будет очень печально. Весь, кстати, пресс-лист будет уже в доступности с первого дня и по 60 дней. То есть спускайся вниз, ищи весь пресс-лист и смотри. От и до это прохождение. Мне кажется, это будет финальное прохождение. Потому что у меня хороший броник, у меня офигенное оружие, у меня большой опыт в этой игре. То есть я готов уже показать, на что я способен. Так, я забыл выкинуть палочки. Ну ладно, черт, палки эти. А листья мне не нужны. Так, это все по воду. А есть еще бревно одно. Так, уже закат. Солнце садится. Нужно все в темпе. Печку завести потом. Потом покушать, пообедать надо. Поужинать. И работать дальше с домиком. Дальше домик будем строить. Обязательно. Нужно его достроить. Ой, черепашка-то меня напугала. Так, крокодил. Где у нас крокодил сегодня? Сегодня я пока не видел крокодильчика. А у какой жирная рыбка. Рыбок много, крокодилов я не вижу. Ну ладно, пускай плавает. А выкидывать нужно короткие палки. Хотя зачем выкидывать, если может бегать до дома. Тут у нас крокодила я не вижу. Ловушка у нас там по идее работает. Но там никто не попадается, не почему-то. Странно как-то. Так, пойдем домой, выкинем все дома. Ой, у меня дома ящерица появилась вновь. Обалдеть. Так, что у нас с костром? А костер нормально. Можно кинуть один уголечек. Ой, не сюда кину. Вот сюда. 2 уголечка кинем. Так, пойдем выкинем дрова. Заберем дрова уже остальные. И будем дальше перетаскивать. А сразу на стоечку, чтобы было симпатично. Так. О, готово. Крокодил уползает еще и тут. Что реально опасно. Он ни разу выползал на стримчике. Реально было опасно. Но я всегда это дело видел. И всегда его практически убивал сразу же. Так, бананов у нас много. У меня есть фрукт хороший, вкусный. У меня много еды всегда. Понимаешь, у меня всегда много еды, много мяса. Чертовски много мяса. Так, я выкину, по идее, короткие палки. Нужно те забрать, забрать уже бревно и бежать домой. Грибок я заберу как раз на ужин. О, смотри, какое мясо. А у меня 26 килограмм. Можно, по идее, это мясо забрать с собой. Ты понимаешь, да, о чем я? Один сделать хедшот, и я заберу этот 4 куска мяса. Ну там, понимаешь, там крокодилы плавают. Ну я рискну. Я рискованный парень. Оп. Ты видел, как упал? Забавненько, конечно, упал.
А рискованный парень, мне кажется, здесь у нас плавает, ой, крокодил, реально бывает крокодил. Ну, знаешь, что отличает вне стрима и в роликах, прорисовка гораздо здесь лучше. То есть я вижу намного лучше все. Дальность прорисовки гораздо больше. Блин, опасно вообще. Вот эти кусты меня очень напрягают. Сейчас начну разделывать тушку свою, и крокодил выползет. А его сзади нет, случайно? Ух, он реально может выползти здесь. Я тебе говорю, мой друг. А сколько там килограмм мяса потеряю? Ну там по 4 куска по 3 килограмма. Это реально много мяса. Ладно, к черту, разделываем. Надеюсь, мне повезет. Не вижу крокодила. А, разделывай скорее вам. Давай, давай, мой друг. Долго смотрим. Только главное потом быстренько убежать отсюда. Много, много костей будет. Ой, не хватает места для косточек. Отступаем, отступаем. Бежим, бежим, бежим. Все взяли. 4 куска мяса. Какое мясо приготовить, кстати? О, забрать можно, кстати, палочки. Заодно и заберем палочки. Много места у нас забито. Много килограмм набили мы. У меня, 49 килограмм. Я даже не смогу забрать, знаешь что, бревно не смогу забрать. Сейчас будут аборигены, и не смогу с ним даже сражаться. Так, забираем эти палки. А нужно что-то скушать прям срочно, срочно. Съесть. Шишку съем. Все, как говорится, сбавили. Ой, 50 килограмм, обалдеть, берем бревно, потащили. Давай, давай, давай. О, нет, 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 нет. Полная дичь. Это полнейшая дичь. Идем так уже, на своих двоих. Мясо взяли, принесли много бревен. На следующий день я заберу то бревно. Пускай валяется пока там. Потом я его заберу. Да, намного приятнее в роликах, чем на стримчике, друзья. Нужно все равно прокачать еще ПК. Нужно купить еще видеокарту. Нужно еще больше оперативной памяти. Черепашка, привет. Ты ползаешь практически как я. Так, что у нас? У меня много мяса. 6 кусков мяса? Откуда у меня столько мяса? Кого я убил? По идее, киска убежала. У меня было мясо? Я не заметил. Так, побежали теперь мясо выкидывать. Потом прибежим, заберем бревна. А куда мы мясо кинем, кстати? Вот что интересно приготовить? Сушеное мясо, вяленое мясо. Либо приготовить жареное мясо. Получается по 2 суток. Получается по 6 суток. И, наверное, 4. Я еще, конечно, не в курсах. Эту коптильную построил я недавно. То есть я еще, как говорится, все разбираюсь. Так, уголечки. У меня есть нет? Пару уголечков. И давай-ка сделаем вот такое мясо. Она нормальная, в принципе. Вкусно. Копченое мясо тут сойдет. Она, знаешь, среднячок такой. Все, готово. Ну, это мяско тоже можно кинуть сюда, наверное. Один кусок я так приготовлю уже. На ужин себе. Мяса реально много и хранится долго-долго. Это обалденно. Мне это нравится. Тебе как нравится? Так, выкидываем палочки. Нужно маленько потаскать бревна. Принести сюда бревна. А палки на стойку. Пока есть энергия, надо сделать печку прямо сейчас. Что у меня, кстати, с костром с тем? Я хочу попить воды. Да, очень сильно хотел пить. Сразу видно было. А костер нормально. Можно кинуть кусок мяса, пускай он готовится. Но я хочу его приготовить, знаешь, в чем? Так, мне нужно набрать фляжку. А я хочу приготовить супчик. Давай приготовим супчик. Как раз из косточки. У меня была одна косточка. Конечно, ее пока что выкидывал. А, выкинул ее. Ладно, к черту. А вода есть. Вода уже скипела. Все, мясо как готовится. Слушай, гораздо быстрее ты готовится мяско, чем его жарить. А какое интересное мясо? Какой кусок мяса? Так, выпивай. О! 90 протеинов. Обалдеть. Подняли жизнь немного. Так, побежали теперь. О, я все поднял. Офигеть. Побежали теперь обратно. Забираем все. Я выкинул 25 килограмм. У меня свободно. Сейчас потаскаем бревна. Черепашка, что тут бегаешь? Что ты ползаешь здесь? Ночью мы, конечно, никуда не пойдем. Нет, нет, я остаюсь дома. Там, по идее, осталось одно бревно. Но, к черту, я потом заберу на следующий день. Сейчас наступает ночь, сейчас будет строительство. Возможно, вы будете ползать крокодила сюда. Пытаться меня сожрать. Но не тут-то было. Я готов отбиться. Так что, устал, что ли, бегать бревнами? Запыхался. О, какой тут срач. Я хочу достроить крышу. Я хочу достроить последние стеночки. Тут осталось буквально немножко. Ну, осталось 10 дней построить.
и все будет офигенно. Домик будет обалденный. Друзья, как вам нравится домик? Черепашка ползает вокруг этого панциря. Пытается. Манит себя. Так, еще есть длинные палки. Две штучки. Пускай валяется, уже стемнело. Бегать здесь не буду. Здесь тоже бывает крокодил выползает. Я уже ученый, я уже знаю, где они выползают. Они выползают везде, где угодно. Самые непредсказуемые места выползают и готовы тебя сожрать. Так, все на стойку. Стойки, знаешь, да реально такие большие. 20 длинных палок влазит. И Брейн влазит тоже 20. Это реально много. У меня 6 штук есть. И нужно заправлять печку уже. Печка у меня пуста. Окей, начинаем заправлять. Короткие ветки. Кстати, а есть доски у меня? Доски есть? Ни черта не видно, вообще ничего не вижу. Где доски? Доски, походу, закончились. Ладно, заберем все палочки. Стемнело. Пойдем-ка кушать. Реально, пойдем покушаем. Ну, по идее, я покушал. Ладно, поднимается луна буквально. Один часик подождать. Поднимется луна, и все будет видно. Пока я ни черта не вижу. О, мне нужно взять одно бревно. Разобрать, и там будет доска. Прям здесь разберем, рядышком. Так, бросай. Добыть. Добыть не взять. Промахнулся. Так, доска есть. Сразу можно закинуть. Иди сюда. О, замечательно. Сейчас будем месить глинку. Сейчас будем делать крышу. До 12 поделаем крышку. Крышу, то есть, не крышку. Так, мне нужно, по идее, еще одно бревно. Выходит два бревна, и достаточно будет. Так, взять одно бревно. Поднимается луна, и джунгли смотрятся намного симпатичнее. Они намного опаснее смотрятся. Так, нам будет потом поработать еще кузнецом. То есть, понимаешь, у нас 70-й день. Заканчиваем дом. И уже нам нужно пробовать кузнецом работать. Как это дело все делается, я не знаю. Я, конечно, все это дело буду проверять. Так, доска, доска. Доску нам сюда. Еще пару веток и все. Надо посмотреть налево. Там бывают крокодилы. Это нужно обязательно поглядывать налево. Выползает, и лягушки прыгают. А крокодила я не вижу. Кирпичиков у меня есть, кстати, много. Давай-ка закинем. Сделаем уголечки. Пока есть энергия, нужно сделать угольки. Давай, давай, мой друг. Друзья, напишите еще, по сколько делать серия. По 15 минут, по 20, по 40 или по час. Возможно, даже и по 2 часа. Так, уголечки пошли. Это дело все пошло. Остальное мы выкинем здесь, чтобы не таскать с собой. Много. Все, работает наша печка. Печка работает. Ни черта не видно. Джунгли реально такие сырые смотрятся. Обалдеть. Красота. Рыбы много любопытной. Ладно, побежали делать домик. А с чего начать? С крыши начинаем, все подряд. Хотя, погоди, давай сделаем сперва стены. Нам осталось буквально здесь пару стен сделать, и все. Одна стена. О, осталась одна стена всего лишь. Одна стенка, и начнем потом с крыши. Все подряд. И, кстати, напиши комментарий, стоит ли мне путешествовать в ночные джунгли. Мне кажется, намного это будет опаснее. Каждый шорох я буду бояться в джунглях. Это, ой, я уже испугался. Пробежал ящерица своим хвостом, мелькнул, я уже испугался. Вот она бегает здесь возле меня. Я уже испугался. Так, пить есть, что он хочет. Он хочет пить у меня. Руки пока чистые, можно напиться. Обязательно нужно мыть ручки, либо появятся у тебя дружки в желудке. Такие мелкие червячки, которых потом выводить, конечно, приходится очень долго, если нет тех самых грибочков, которые выводят паразитов. Так, у меня стенка практически готова. Смотри-ка. Смотри, какая красота. Все, готова стеночка. Тут на стенке все готовы. А отсюда выходим и сюда заходим. Видишь, как? Два выхода у нас. То есть, три, получается, три выхода. А нет, 4. Это получается, тут два выхода. Там выход и там выход. 4 выхода. Обалденно. При пожаре, при эвакуации какой-то мы сможем без проблем выйти отсюда. Вообще без проблем. Так, сколько мне интересно нужно делать еще замесов? Кто знает, возможно, мне хватает всей золы, которая у меня сейчас есть. А возможно, мне не хватает. Мне нужно еще стрелы сделать. Да, нужно много всего. Так, последний кирпичик у меня остался. Сейчас мы накидаем глины. Возможно, пойдет дождь. Глина. Так, у меня нет золы. С собой. Не то взял. Ах ты какой паразит.
Погоди, ты не то взял. А это дело выкинуть. Забери зову. Места хватает. Все, пускай пока так стоит. Возможно, пойдет дождик, он мне поможет. Так, ну что, стены все готовы. Делаем крышу. Без разницы, где делать крышу. А есть не хотим. Сколько времени? 10 часов, тут работать на 3 часа точно. То есть мы начинаем делать. Делать крышу. Все, последняя осталась крыша. Так, выливай, наливай, выливай. Все. Замес готов. Весь в грязи, весь побитый. 60 дней выживания. Обалдеть. Блин, наша готова. Делаем крышу. Наверное, на день 90 мы пойдем путешествовать в джунгли. А то есть 70 дней не заканчивать домик. Мы рассматриваем, наводим мурафет здесь, наводим порядок здесь. А потом я работаю кузнецом 10 дней, пытаюсь что-то с чем-то сделать. Не знаю, как это делается. Вы, конечно, будете подсказывать мне в комментариях, будете писать. Я читать, конечно же, буду. Потом получается 80-й день. А чем заняться потом? 80-й. До 90-го. Чем заняться? Бездельничать. Бездельничать. Буду... Ой, лягушка напугала. Буду бездельничать. 10 дней до 90-го дня. А потом 90-й день и я пойду путешествовать. Первую локацию, где от всего, где начиналось, где были племена абориген, которых я, по идее, убил на стримчике. Да, была жесткая заварушка. Все, можешь посмотреть. Прицелиз будет также и в описании. Готова крыша здесь. Обалдеть. Обалдеть, реально. Крыша пойдет гораздо быстрее, мне кажется. Так, взять глину. Но там будет дальше крыша. И придется идти гораздо дальше. То есть получится много дольше. Так, ну что, есть глина? Ой, то есть зала. Есть зала, есть глина. Все это дело готово. Замес пошел. Новая печка готова. Так, можно проверить, сколько нужно для одной крыши. Мне кажется, нужно для крыши 8 штучек. Вот, как раз здесь и проверим. Раз. Сейчас проверим. Кажется, получается 7 кирпичиков с одной. 3. А нет, 6. 6 кирпичиков. Значит, нужно будет 7. Не хватает всего лишь одного кирпичика, чтобы закончить буквально один квадратик крыши. Так, вроде гремит или не гремит? Да, вроде капает. А пошел снова дождь. Это хорошо, это мне на руку. Дождик мне поможет. Сейчас мы дело все выкинем. Тут осталось 3 кирпичика. Дождик мне поможет, на гораздо так будет быстрее. Так, выбираем столу сразу же. Кидаем глины. О, все, дело пошло. Осталось мне 3 кирпичика. А, кажется, получается 7. Сейчас проверим, сколько надо будет всего для одной крыши. Ну, тут осталось, в принципе, немного. Я успею, наверное, на 75-й день сделать. То есть мне осталось 5 дней. И все, мне буквально осталось, да, 7 получается. Ровно 7. Что это такое? Да, в джунгли, конечно, опасно по ночам ходить. Ты представишь, идет дождь, ты в джунглях, какие-то крики, какие-то туземцы поют что-то, пытаются тебя найти. Так, 7 кирпичик, готовы тебя разодрать в клочья. И, да, готово, 7 кирпичей, получается, одна крыша. И сколько мне сделать замесиков? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 или 11. Да, в принципе, немного их там. Залу мне гораздо больше здесь, чем десяток будет. Конечно, больше. Получается 3 залы с одного разжога. Это обалденно. Так появилась пиявка, кстати. А в доме, кстати, темнее уже намного. Крышу делаем, и в доме темнее. Но это ночью темнее. По идее, ночью нужно спать, а не заниматься строительством. Так, друзья, делаем ставочки. У меня 61-й день. Я хочу достроить все-таки, наверное, наш кибарко. Но на 65-й день. Понимаешь? Я делаю ставки. Ты тоже пиши, прямо сейчас, в комментариях. За сколько дней я дострою домик. Но, конечно, нужно не забыть про мясо. Но у меня мяса много. Мяса у меня обалденно как много. Я хочу это дело съесть, потому что уже портится. Это тоже я съем. Слушай, я могу вообще не спать.
А, тогда у меня будет... Ой, погоди, это я что съел-то? Это что такое? У меня друг появился. Я что съел там? Я же это съел невкусное. Обалдеть, это у меня черви появились. А, пиявка, да, понял, погоди, я понял, пиявка. А у меня появилось два друга вновь. Как всегда. Как всегда, я с друзьями сбегаю в желудке. А где эти пиявки? Пойдем найдем грибочки. Пиявка еще есть. Погоди, пиявка, пиявка. Вон пиявка. Все готово. Так, у меня появилось два друга, у меня проблема. Мне нужно найти два грибочка. Побежали за грибочками, надеюсь, их быстренько найду и этих наших друзей буду выселять. Так, не те грибы. А что я съел? Я заговорился, я просто съел что-то не то. Так, не те грибы, не те грибы мне нужны. Мне нужны... О, шишки есть. Шишки я заберу. Где грибочки те самые? А у меня есть те грибочки, кстати? А, есть, только они уже испортились у меня. Обалдеть. Так, один пенек. А, все, здесь нет у нас. Тех самых грибочков я здесь не вижу. Пойдем к другому пеньку, проверим тут пенек. Уже, по идее, наверное, ночь. Хочется... Ууу, 2 часа ночи, вот это заработался. Здесь нет грибочков тех самых. А бананы подвезли. Бананчики я заберу сразу же. Пойдем проверим те пеньки. Мне нужны те самые грибочки. У меня слишком мало энергии. Бегать я долго не буду. Тут нет грибов. Тут нет грибов тех самых вкусненьких. От паразитов. Так, забираем все палки отсюда. Побежали спать. Я уже утром побегу в джунгли, чтобы найти те самые грибочки и выводить этих червей. Черт возьми. Сколько здесь коротких палок? Так, длинные палки забираем. Черепашка ползает, ползает. Туда-сюда пытается, манит себе. Но там мало мяса. И к черту ее убивать. О, меня сейчас убегает. Так, длинные палки на стоечку и идем спать. Спать нужно идти. Потом утром побежим, конечно, искать себя. Те самые грибочки. Так. Длинных паук у меня 17 штук. Обалдеть. А есть пить не хочет. Что у нас по костру? Нужно, конечно, кинуть пару уголечков. Так, секундочку. А, уголечки кончились. Здесь тоже нужно закинуть. Прям срочно нужно закидать их. Так, все достаточно. По 3 уголечка накидать. До утра будет достаточно. 3 часа ночи. Гремит гром. Так, здесь тоже закидаем. Пускай здесь тоже горит костер. У меня много этих уголечков. Ну, туда кину, кажется. Достаточно. Побежали спать 3 часа ночи. Обалдеть. Нашел друзей уже. Ну, ничего, не беда, в принципе. Нужно помыться сейчас. Нужно сейчас покушать. Мы спим, понимаешь? Мы спим. А, просыпайся в 11 часов утра. Обалдеть, хочу жрать, хочу я все. И сразу, а грибочков я не вижу. Тех самых, не те грибы. Ну давай кушаем эти грибы, черт. Эти тоже сойдут. Когда идет дождик, это конечно замечательно. Много воды у тебя есть, без проблем. Не нужно и кипятить, не нужно париться. Тут у нас, а уже готово. Все дело можно открыть, посмотреть и забрать. Так, взять максимум. Заберу с собой. Так, крокодилы. Где наши крокодилы сегодня утром? Доброе утро, как говорится. О, май гад, все упало из-за моих друзей, которые у меня в желудке. Вот засранцы засели у меня. Грибочки нужно найти, те самые. Пойдем, напьемся воды сейчас. Скушаем мясо. Напиваемся воды, мы сейчас скушаем мясо, которое, по идее, у меня много-много. Один день 20. Давай вот это скушаем, съесть его. Два дня. Его тоже скушать. Так, что у меня по килограмм? Что у меня? Я хочу бананы еще. Я хочу бананчики. Съесть бананы. Съесть бананчики. Давай, скушаем бананчики. Найдем те самые грибочки. У меня три паразита, что ли? Я опять что-то не то съел, что ли? Что за дичь? Я не понимаю. Что за дичь происходит? Где грибочки те самые? А, съесть. Ой, я все понял. Я же ем грязными руками. Фу, блин. Я жру грязными руками. Я забыл. Я забыл реально помыть руки. Слушай, а можно прыгать в воду? И там помыться сразу же, а? Мне кажется, это реально. Ну, это, конечно, опасно. Но я рискну. Смотри, я реально рискну. Прыгаем в воду. Ух, да, он моется. Смотри, он моется. Крокодила нет, надеюсь? Выползай отсюда. Он помылся. Смотрите сразу, обалдеть. У меня аж сердце в пятки ушло, обалдеть. Реально страшно, знаешь. Прыгаешь в воду, к
крокодил выползает. Так, мне нужно 3 грибочка найти, тех самых вкусных. Сколько у меня как бы 30 килограмм, обалдеть, много-то скаю. Мне нужны грибы. Грибы, грибы, срочно нужны грибы. Туземцы, дайте мне грибов. Я сейчас пошел реально в джунгли, я пошел искать грибы. Мне к черту, я опасности не знаю, понимаешь? Я ничего не боюсь. Я не знаю этих опасностей. Что такое страх, я тоже не знаю. Я с ним на ты общаюсь. Так, грибы, не те грибы. Мне нужны нормальные грибы. Туземцы, вы где? Идите ко мне, я вас всех убью. Мне нужны грибы. Понимаешь, когда еще идет видеоролик, тебе не страшно, потому что FPS не проседает и удобно. Не то 25 FPS, когда у тебя на стримчике. А когда у тебя 60 FPS, стабильно, нормально все идет, понимаешь? Готов убивать их, готов разделывать их. Мне нужны грибы, черт возьми. Где грибы? Пойдем наверх. О, у меня пиявка появилась. А броник я одел. Не забываем про броник. Одевайте нужно. Смотреть потом сразу же. Одевайте его. Где пиявки-то? Не вижу пиявок никаких. Проглядел, что ли? О, пиявка. Засел, видишь, как это село. А, 3 грибочка мне нужно найти прям срочно. Иначе я просто подыхать буду. Очень быстро подыхать. У меня все будет быстренько падать. Ой, у меня все падает. У меня падает жиры. Мне нужно скушать. О, я руки чистые. Съел грязными руками, поэтому я появился у меня теперь 3 друга. Эти 3 друга меня реально напрягают. Было такое на стримчике, я бегал с ними. О, нашел грибочки, смотри! А, съесть. Один, второй, ну, третий друг, надеюсь, мне поможет. Нет, не поможет. Третьего грибочка нету, третий друг остался со мной. То есть у меня теперь остался один друг. Так, ищем грибочки. Это что за норы такие? Кто здесь норы такие делает? Какая-то возвышенность. Там какое-то бревно. Куда я попал? Я вообще не знаю, куда я иду. Я, по идее, пошел я пошел, по идее, за грибочками. Они нужны мне, как воздух. Это что за бревно? Это куда дырка ведет? Это, походу, пещера, кстати. Та самая пещера, которую я бегаю на стримчике. Так, побежали вниз. Бегаю поверху. О, шишки упали, да? Да, шишки упали. Так, мне нужно еще один грибок найти. Обязательно грибок. И нужно выводить этих глистов, черт возьми. Их нужно выводить. Кстати, на этой локации не бывает змей. Я ни разу не видел змей на этой локации. А тарантул бывает. Кто там бегает? А, это хомячок. Пускай бегает хомячок. Пока трогать не будем хомячка. А вкусного фрукта здесь нет. Руки. Руки всегда, друзья, мойте перед едой. Всегда мойте, иначе будут эти друзья в вашем желудке. Они будут вас поедать изнутри. А здесь выходит крокодил. Там мой дом. Там наши петушки летают. Видишь, какая красота там. Дальше не пойду к озеру. Там бегает куда крокодил. Там довольно опасно. Я, наверное, обойду это дело. Вон там обойду. В принципе, знаешь, эта локация довольно маленькая. О, крабики, крабики. Я хочу крабика. Я ни разу не ел крабика. Я его сейчас приготовлю. Если, конечно, мне хватит места, знаешь. О, места хватило, кстати. О, май гад, тут 2 крабика даже влезет. Крабики, вы куда делись? Идите ко мне, иди к папуле. Крабики, вы ползайте. Идите ко мне. Я ни разу не готов крабика. Сколько там, интересно, будет калорий и питательных веществ? Интересно, а можно из него что-то сделать? Где крабики? Куда они забежали? Вон, выползает, кажется, видишь? Вон, или нет? Давай, давай, выползай, мой хороший, выползай. Так, что у меня по еде? А я хочу пить. Тут носки. О, крабики появились. Минус крабик. У меня всего лишь 1 стрела. Как всегда, бегать с 1 стрелой, как на удачу. Так, пойдем дальше искать наши грибочки. Мне нужно еще один грибочек найти, обязательно. И выводить наших друзей. Грибочки. Не вижу грибочков. Так, я уже обошел, по идее. Слушай, я обошел. Я ушел оттуда, а пришел сюда. Обалденно. Туземцев сегодня пока не видел, друзья. Будем уже заканчивать на этом моменте. Прям, знаешь, прям тут будем заканчивать. А давай-ка пиши комментарии. Ставь-ка лайкосик, подписывайся. Жди следующего ролика по Зеленому Аду. Будем дальше выживать. У нас уже 61 день выживания. Будем дальше выживать, строить нашу базу. Мне осталось 4 дня. И я должен, по идее, достроить свою базу. За 4 дня. Да, я уже понижаю себе планочку. То есть я готов не 70-й день, а на 65-й приготовиться уже к обороне нашего дома.
Туземцев я не вижу. Нажму, наверное, Escape и прямо отсюда начну уже следующий ролик. Друзья, спасибо, кто смотрел, кто досмотрел до конца. Увидимся в новых роликах. Зеленый ад продолжается. Всем спасибо, всем пока.